Ребят, я вас хочу познакомить с замечательным человеком. Депутат местного собрания, наш спонсор, наша VIP-персона, бизнесмен Владислав Петрович Головин. А кто это такой? Чего, знал, что местная знать. Здрасте. Здрасте. Слава. Я реально много делаю для города. Храм отремонтировали в Александровке. Архимандрит приезжал светить. В интернате крышу починили, потекла в спортзале. Дети-детишки не могли заниматься. Дорогу в порядок привели на кладбище. Прямо от развязки, прям до ворот. Я много делаю. Лиля, повтори. Я тоже, понимаете? Мы тут недавно благотворительный вечер. Ты не понимаешь, как народ тяжело живет. Бьют страшно. И здесь надо держаться. Каждый должен делать все, что может. Для страны, для своих, для семьи. У тебя дети есть? Нет. Плохо. У меня их двое от другого брака. Я хочу пять. Ты женат? Нет. Плохо. Семья – это святое. Ты можешь ходить налево, направо, ты можешь гулять, у тебя может быть любовница. Но мы мужики, нас такими Бог создал. Но самое главное – закон. Жена ничего не должна знать. Нельзя ее унижать, а нажимать твоих детей. Ты мою жену знаешь, кстати? Нет. А, ну да. Здесь все мое, это мой город. Я книгу пишу про историю. Мне профессор один пишет с университета. Здесь монастырь один есть, 13 века. Источники есть святые. Я водку лью прямо из этой воды. Чистота такая. Лиля, дай русской слезы. Хорошая Лиля, да? Нравится, хочешь? Грудь такая. Да не, я ее люблю. Люблю до того, что дал бы так, чтоб аж кровь в разные Валик, стороны. Размажешь. Подготовилась, да? А ты ей нравишься? Славик. Ну, поговори, поговори с ней. Привет, как дела? Евгения, а можно с вами сфотографироваться? Конечно. Вы прямо сейчас хотите? Сейчас. На, нажми. Пистолет, Владислав дай. Владислав Петрович, успокойтесь. Дай пистолет сюда. Сюда. Уважаемый Шлибовец. Тогда пристрели его. Да пристрели его. Да что вы стоите? Пристрелите его. Пусти этого клоуна. Где это? Кукла крашеная. Пристрели его. Сейчас всех закопаю.